Дойдем до клубика, потанцуем крабика. Все дойдем до клубика. Что я вам хочу сказать? Еще одна главная вещь, которую я вам хотел сказать. Все это время, как бы, я его вам не планировала сказать, но зима, Новый год, надо утепляться. Я вам хочу показать мой навык монтажа, который не изменился за год. Всем привет, я находитесь на моем канале Nike Freecat. И мне что не хватает, да? Да, мне не хватает шапки. Ну да. О, все. Зачем я это включил? В телепортировании в другое пространство, собственно. Смотрите. Сейчас я беру... Вот так вот делаю, да? Как бы... Наверное, мои соседи в шоке от моих перемещений в пространстве. А главное нашей сегодняшней задачей будет являться то, что мы будем, собственно, искать бабушку. Странное, в принципе, учреждение на Нью-Йорк, так сказать, Нью-Йорк. Ну, вы знаете, вот он, Нью-Йорк, понимаете? Вообще, говорим про Новый год, но тоже, в принципе, сойдет. Ракурсов перемещения у меня мало, поэтому буду перемещаться, типа, как-то так. Не знаю, зачем. Внимание, вопрос. Зачем упала конфета? Мне и смотрит бабушка. Здравствуйте, с вами в эфире Никэт, и сегодня у нас рубрика Кэт... Рубрика Кэт-комменты. Первый коммент, вот он у вас на глазах, как бы поздравляю этого человека, он такой человечный. Что я вам еще хочу сказать? Вот еще один коммент. Чтобы туда попасть, нужно написать коммент. Всем пока. Коротко о том, как 26 декабря украшена елка. Я не знаю, как вам доказать то, что сегодня 26 декабря. Не знаю, это окно вряд ли вам это докажет, потому что там не он, как бы у каждого может быть. Но тем не менее. Вот такая вот елка. Какой-то сипами-хупой мультик идет. Вспышка не работает, потому что тут разряжен телефон. Поэтому. Показать много типа вот как-то так, что-то типа вот как-то такого, что-то типа как-то так. Музыка на заднем плане, конечно, топ, лайк. Ну а сейчас коротко о том, что происходит в нашем Дискорде, во что мы играем как бы с друзьями моими. Кстати, Дискорд по ссылке в описании можете прийти в него, с вами будем разговаривать. Там много популярных в нашем, по нашим меркам ютуберов, так что заходите, не стесняйтесь.